зеленку собираюсь. Быстро сгоняю. Устала дома сидеть. Можно заказать, но лучше я прогуляюсь. Рано вышла. 5 минут еще. Такси ждать, может, быстрее подъедет. Но я оделась уже, чтобы дома не запариться. Хотя я куртку одела на футболку с коротким рукавом. Ну, тепло на улице, солнышко. Все, поехали со мной. Быстро прокатимся. Я ненадолго. Только за яблоками. Зеленый базар. Приехала. Идет реконструкция. Вон опять загородили все. Так. Сверху, да? Ладно, сверху зайдем. Это колеса моей тележки зынькают. Какой? Смотрите, какие корейские виды. Сколько наименований салатов. Большой. Это второй этаж. Thank you.
пока не забыла, озвучу, а то потом забуду для себя. Спросила ножки говяжьи, 1200 килограмм. Ну, хочу сделать как-нибудь. Холодец в этом году не делала. Как выходим с павильона, здесь уже вещевой рынок на втором этаже. Здесь очень тепло. Большие ряды. Очень много бутиков здесь. Здесь переход уже в другой павильон. Работает у нас здесь эскалатор. Сейчас со второго этажа видно будет что-нибудь. Нет, не видно. Спускаемся на первый этаж. Люблю нашу зеленку. С этой стороны у нас бутики на первом этаже. Вот с этой стороны у нас бутики на первом этаже. Ряды торговые. Овощи, фрукты. Мандарины цены нет. Апельсины 850. Гранат 1500, 1300. 800 огурцы. Клубника есть 1200 и 1000. Помидоры 1200, 1500. Но не буду озвучивать, цены везде есть. А нам надо яблочки. Даже арбузы еще есть. Здрасте. А на нас какую цену? На нас есть килограмм 1500, есть килограмм 2000. Два вида. Оба Коста-Рика. 1500 тенге. Вот два вида. Вот два крайних, вот это по 1500, вот это три крайних по 2000. Хорошо, есть еще поштучные по 1000 тенге. Штучные это чьи? Да. Они маленькие, да? Китайские. Кишмиш есть 1000 тенге. Смотрите, хурма 1300 в виде сердца огромные. Вот они, яблочки. Груши. Я, знаете, вот не знаю название. Помните, которые мы покупали? Они такие в крапинку. Не знаю, что за сорт. Вот они мне очень понравились. Пока не вижу. Так, есть что с ценой? 250. Лимон 150. Лимон, наверное, тоже надо взять. Пока походим, да? Только пришли же.
для меня как зеленый базар, для меня как парк культуры и отдыха. Бедная женщина. $600, это $500. Мама, вы здесь один. Так, по-барски. $450. Груша ганчадан? Груша ганчадан? Кандиль. Вот такой сорт. Раньше у наших родственников был огромный сад. И мы вечером, у них скотина была, вечером коровы, бараны приходят с пастбищ, да? И мы до вечера собирали эти яблоки упавшие и резали их ведрами для скотины. $600, 750 гривен. Женечка такая красивая. Так. Так, 600, супер апорт. Местный амалар, местный, жергілікті амалар. Груша ғанчадан. О, 1200 алсам, таза піскен, медовый. Местная красавица. Так, ну. Вот груша цена зимой и летом одна цена в этом году. Так. Вот такие раньше были груши, вкусные, сладкие, сочные. Не знаю, что это за сорт, но мне кажется, это все привозное. А груша крайняя у вас, это что за сорт? А, привозные, да? Кончадан? Рахмет. Аргентина. Ну что? Спустимся на цокольный этаж. Цены хорошие, но я не хочу такие яблоки. Хочу вкусные. Наума ханчадан? 400? 600. 600 деньги. Апорт. Пришла и забыла, зачем пришла. Помню только яблоки. Мед, пожалуйста. Ну, он на втором этаже тоже есть. Курт. Можно снять? Все курт, а это жент. Так. Укроп, петрушка. По 100 тенге.
140. Наверное, молочку возьму сейчас. Салтыкурганская продукция молочная. Дайте мне кефир один с клубничкой и ананасом по одному пакету. Да, половинку хватит. Так, выходим на улицу и спускаемся в подвал. Не подвал. Цокольный этаж, скажем так, лучше. Все капает. Тепло. Я, наверное, отсюда пойду. Или давайте вместе с вами. Вот так пройдем. Пройдем так, потому что я с вами здесь не ходила, чтобы показать вам. Там Макатаева, а там Жбекжолы. Телефон алмай тұр. Она что, каждый день хотела, чтобы красота. Здравствуйте. Сниму вашу красоту. Если не хочешь работать, ты скажи, правильно? Она вчера должна была сказала, что я выйду. Позавчера, да. Здравствуйте. Здрасте, нескончаемые. Сколько соблазна. Это другой, он не сладкий. Не сладкий? Нет, это сорт другой, не сладкий. Искать я просто положу вам. Ну, пару штук положите их тоже. Угу. А вот этот, который я ела, можете тоже положить. Да, я вам угощаю. Да? Хорошо. Хорошо. Посчитали? Вот я вам говорила, где корейские лиды, можно спросить, есть у вас чергуми. Вот, у них есть чергуми, и тыби. Все можно взять. Вот, давно я в этой стороне не была. Здесь посередине тоже ряд проходил. Все реконструировали. Убирают потихоньку. Все. Ну так лучше с одной стороны. А то ходить невозможно было. Между рядами вообще там узенько-узенько было. Ну, сейчас, наверное, их тоже куда-то переведут в другое место.
Тележка полная и тяжелая уже. Значит, это что может значить? Вот мы в Колосе с вами еще ни разу не были, как-нибудь зайдем. Но мне сюда не нужно сегодня. Так, это значит, что пора домой. В кошельке тоже меньше денег осталось. Так, мы с вами еще не были вот в торговый дом Алма. Там не были с вами ни разу. Мы как-нибудь сходим. Не сегодня, конечно. О, все, бежит, бежит. Так. А у вас есть вот на эти стеклянные крышки, как держатель вот этот? Да, сверху. Есть вот такие? А, да, да, похоже. Турчистенгидин. А вот такие еще были как-то с крючком вот здесь сверху вот так. Все есть, все и для детей, игрушки, канцтовары, одежда, все в одном месте. Просто нужен толстый кошелек и два, как не сун, а как они называются, грузчики, чтоб носили это все за вами, таскали. Вот я сейчас тележку тащу, она и то тяжелая. Вот эти держалки на крышке я видела на Валберсе, а у них таких не было. Нету, сейчас я спросила. Если были, я бы у них могла взять. У них совсем другие. Сейчас выходим на Жибекжулы, туда, откуда приехали, и вызываем такси. Такое. Мандарины не буду брать. Это утка или курица? Сыр почем? 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 Один, да? Не взвешивай? Давай. Ну и все. Там золото, бриллианты. Барт. Уже подъезжает. А я в этих валашках, видите? А у нас вот такая каша. Все, подъедет сейчас наше такси. Это Ленина. Это Жибекжулы. Позади нас зеленый базар. Все, приехали домой. Полная коробочка. Когда что-то покупаю, у меня всегда настроение поднимается. Это что, болезнь? Шопоголика? Шопоголик называется. Когда ничего не покупаю, настроение очень. Смотрите, все блестит, все тает, капает.
Это у нас с крыши падает здесь, с козырька вернее. Мы сегодня с вами прогулялись по нашему прекрасному зеленому базару. Одной из достопримечательностей нашего города, который я очень-очень люблю, этот рынок. Что я взяла первое? Зачем мы поехали, вы помните? Мы поехали за яблоками. Случайно увидели молочный бутик и купили кефир фруктовый. Два вкуса. Один клубничный, один ананасовый. И молоко. Талдыкурганские производители. Так, а зачем я еще у ней купила сыр Гала? Нет. В общем, я купила сыр моцареллу. Так, дальше пошли. Ну все, дальше мы пошли. Я купила хурму. Так, сюда берем. Да? Купила хурму. Купила ананас. Так. Бананы. Уже давно не покупала бананы, перестала их покупать, потому что она не ест. Вдруг будет кушать. Она это значит Айдуся. Ну, купила пару лимончиков. Килограмм огурчиков. Уже пока такси ждала, купила груши. И, конечно, зачем мы поехали? Купила яблок. Эти красивые, красивые, покажем. Мне кажется, похожи на те, что у нас были. Ребята продавали, сказали, сочные, вкусные. Это я пробовала. Действительно сочные. Так. Взяла все одного сорта. Вот, и говорю, положите. Он говорит, эти не очень вкусные яблоки. Но я говорю, ну так, положите пару штук. Он мне положил. Это все наши покупки на сегодня. Закуп витаминов. Витаминчики у нас закончились. Хурму так хотела. Она, видите, ее надо будет быстро-быстро кушать. Либо в холодильнике держать. Она очень мягкая, мерзлая. Перемерзшая, видимо. Но когда она перемерзшая, она становится мягче, вкуснее. Увидела и не сдержалась. Думала, уже в этом году не буду хурму покупать. А груши вот такие. Я их не пробовала, но решила взять. Немного же мы их съедим, если даже они невкусные. Может, куда-то пойдут, может, съедим, если вкусные. Огурчики, ну, должны быть вкусные. Это, скорее всего, с парников. Не привозные, а парниковые. Это весь наш закуп. Помощница моя. Всем привет и всем здравствуйте.
Угощайтесь. Спасибо, Бала. Привет, привет от Рататушечки. Ой, ребятушечки. Арита-ти-та-та. Сходили сегодня на базар, прогулялись. Вы довольны прогулкой? Я очень довольна. Между прочим, вместе с вами я сегодня на балкон заходила. Первый раз в жизни. Никогда не поднималась туда. Там еще в середине вот такие, как они, в середине колонны и вокруг них балкончики, видели? Это кафе. Можно как-нибудь сходить в кафе, посмотреть. Люди сидят, я видела, кушают прям там. Там даже народу мне показалось больше, чем на рядах. Покупателей не так много сейчас у нас на базаре. Видимо, все сытые или денег нет. Или времени нет. В общем, купили яблоки по нашим фруктам, что яблоки очень вкусные. Но я не могу сказать, что это точно те же, которые у нас были. Те, по-моему, были еще вкуснее. Но эти тоже вкусные, можно есть. Что не могу сказать про груши. Груши никакие. Я одну съела, она очень сочная, но вкуса никакого, ноль. Вкуса. Трава травой. Съела хурму, естественно. Хурма вкусная, очень вкусная. Не вяжет, без косточек. Сочная, сладкая. В общем, только хорошее могу сказать об этом человеке. О хурме могу сказать только хорошее. Очень вкусная попалась. Видите? Вот красивая груша, да, казалось бы, очень красивая, так выглядит аппетитно, а никакая. Поэтому я и покупала осенью, вот в конце лета, груши. Помните такие? Кривые, косые, неказистые. Вот это настоящие груши. Вкус очень вкусные. И сочные, и сладкие. А вот сейчас еще там были груши по 1500, по 1200, да, говорили? Ну, не знаю, не хочу за такие деньги покупать просто грушу. Неужели груша стоит таких денег, как экзотический фрукт? Ладно, ничего страшного, не будем кушать. Ну, естественно, фрукты тоже немножко собрали, а Ташке сразу отнесли. А Дюся ходит, трескает яблоки, нравится ей. Так, сыр я взяла хороший. Я беру иногда два сорта, иногда, ну, еще плюс брынзу, да, вот третий как бы сорт, тоже же как бы сыр, брынза. Беру твердый и мягкий. В этот раз, в прошлый раз я взяла твердый, говорю, твердый дайте мне. И твердый, знаете, не очень идет на... И кушать-то вкусно, а если запекаешь куда-то, оно не идет. А этот мягенький, вкусный, хороший сыр. И плавится быстро, и тянется хорошо. Айдуси делала сэндвичи. Сегодня уже из этого нового сыра. Съела все вкусно ей. Так. По покупкам, по-моему, все. На базаре так захотела ананас, а сейчас не хочу. Ну, пусть стоит, как захотим, будем есть. И нам надо, чтобы побольше народу дома было, чтобы его кушать. Большой еще взяла от жадности. Который мы привозили оттуда, да? Мы съели только один ананас. Остальные все раздали. Так. На базаре вот... Когда мы вышли с Зеленого базара на Жебек Жулы, ну, вот, где Алма, торговый дом Алма, там много людей ходит. Это люди, знаете, кто? Это скупщики золота. Я пошла, поинтересовалась. Там как ювелирный стоит прямо на углу. Не магазин, а
ремонт ювелирных изделий. И он говорит, я говорю, почем скупаете? К этим не стало, к этой большой толпе, боюсь я их. У него спросил, он говорит, за грамм 16-17. Ну, сейчас, говорит, 16 тысяч за 1 грамм. Я говорю, советское золото. 583-е, старинное советское золото. Все по одной цене. Я говорю, а новое с этикеткой? Все по одной цене. В общем, если кому-то нужна такая информация. У меня же памяти нет. Я записываю. Вот раз вам что-то хотела сказать, так и не вспомнила. Вот сидела, записывала. Думаю, я же две вещи хотела сказать. Одну вещь записала, а вторую не могла вспомнить. Еле как вспомнила. Это вот про ломбард я хотела сказать. Потом сегодня так смеялась. Такси заказала, когда уезжать с зеленки. И смотрю, он так быстро подъехал, стоит, включил аварийку и стоит. Я телефоном ему машу. Машу. Он не видит меня, я думаю. Там кто-то у него в машине сидит, он кого-то высаживает, что ли. Ну, вроде никто не выходит. Опять машу, не видит. Звоню ему. Я говорю, немножко вперед проедьте. Я говорю, вот я стою вам, машу. Он говорит, я еду, я вас вижу. Я говорю, в смысле едете? Он, повернитесь. Говорю, куда поворачиваться? Я же вижу, он стоит. Оказывается, я слепая же, плохо вижу. Там буквально, я не знаю, 10 метров, наверное. Такси белого цвета. Такси белого цвета. 493 номер. Стоит, я вижу, белого цвета 493. И машу, и говорю, он говорит, повернитесь. Оказывается, это с таким же номером машина стояла. Аварийка включена. А он с Ленина подъехал. Он говорит, вы в капюшоне, я вас вижу. Повернитесь. Я думаю, куда повернитесь? Ты же вот так стоишь. А он, оказывается, отсюда едет. Смотрю, он подъехал, я смеюсь, говорю, слепая совсем. Если бы его долго не было, я бы с этой тележкой побежала бы к этой машине, бы села бы. Вообще было один раз такое. Когда я работала, подъезжаю, на автобусе доезжаю, прямо возле работы сажусь и выхожу на нашей остановке, а у остановки... Ну, идти мне, я не знаю, до дома, наверное, 500. Но я предупреждаю мужа, когда я пешком, допустим, чтобы он меня забирал с остановки. И утром довозил меня до остановки. И вышла с автобуса. Пошла и села в машину. Смотрю, мужик чужой. Такая, думаю, где мой? А что это за мужик? Оказывается, я села в такую же машину, как у моего мужа. Ну, просто на номер не посмотрела. Вот где он обычно меня ждет, стояла точно такая же машина. Я сходу запрыгиваю. Вижу, что чужой мужик. Думаю, ну и что, а где мой муж? Наверное, знакомый или кто-то просто сидит. Вот такие вещи бывают. Знаете еще, что хотела сказать? Я еще хотела сказать про видео сегодняшнее. Я не знаю, как получилось, что я перевернула камеру и пошла, и не видела, вот пока не стала монтировать. Ну, вырезать жалко, потому что там, я говорю, кое-какая информация есть, да? Ну, может быть, для кого-то нужная. Для кого-то, может быть, это просто болтовня. Но все равно для кого-то... Это может быть интересно. Из-за этого я не убрала голос, не убрала, эти кадры оставила. Могла бы сделать, вот как я еду в такси, да, молча, стесняюсь водителя, молчу же. Почему я молчу? Потому что я стесняюсь. Еду и
Перематываю вам быстренько. Вы примерно посмотрели, где я еду, зачем и с кем я еду, куда я еду, да? А здесь мне хотелось показать я. Таким настроением вам показываю, рассказываю все. Оказывается, перевернула камеру. Ну и такое бывает. Извиняюсь. Такая невнимательная. Там не до камеры. Ну, вроде включила, как обычно, и пошла. Вот так. Зато я с собой так довольна, что я залезла на этот балкон и сняла все сверху. Конечно, наверное, камера не передает ту атмосферу, да? Вот этот вид, вот это изобилие всего, изобилие фруктов, такой выбор мяса, зелень всякая, какой хочешь, корейские ряды, травы там продают. В общем, в Алма-Ате любимый базар, это зеленый базар у меня. Хорошо, что не отключался микрофон. Вчера, когда я уже в конце видео, когда я с вами прощалась, я все вырезала. Потому что я до этого, наверное, минут 5, 6, 7 с вами разговаривала о том, о сём. И потом каким-то образом, не знаю почему, я посмотрела, оказывается, микрофон выключен. Ну и когда я готовила, тоже он отключался несколько раз, потому что, кажется, батарейка садилась, она выключалась. Ну ничего, сегодня. Вчера я потом сразу уже поставила на всю ночь на зарядку и подзарядила микрофон. Ну ладно, мы еще волчата. Все приходит с опытом. Лишь бы память не подводила. Все, не буду я шутить. Над собой шутить? Не знаю. А, себя обзывать нельзя. Шутить можно. Мы же не обзываемся, мы шутим. Ну, все рассказала вам. Покупками довольна. Ну, что это за покупки? Так, по мелочи, но необходимые витаминки. Вот сказать вам, я сегодня один раз кушала. И есть не хочу. Грызла там. Ну, фрукты вот набрали. Грызу эти фрукты. Прям мне хорошо. Пью кофе. У вас как дела? Хочу сказать вам огромное спасибо за ваши комментарии. Благодарю всех наших активистов. Спасибо большое за ваши теплые слова, за то, что вы со мной до сих пор. До сих пор меня терпите. И хочу с вами попрощаться. Не буду говорить уже спокойной ночи. Ну, мало ли, что мне спокойной ночи. Вы же смотрите это днем. Я сегодня, когда пересматривала видео вчерашнее, я его выпустила, получается, днем и говорю, вы смотрите, и я вам говорю, спокойной ночи. Мне спокойной ночи, вам всего хорошего. Увидимся завтра.